Ох, как же она все неплавно двигается, пипец. Сколько там оперативки занято? Ну-ка. 24. Блин, Тарков стал ровно занимать 24 гига. Они как будто просто сделали ограничение. Из-за этого он теперь еще хуже работает, потому что нету... Блин, кто-то бежит ко мне. Потому что нету плавности. Куда он там прыгает? Блять, а он там не один, там банда целая бегает. Двое, что ли, еще? Там бот уже вроде настройки. Может быть, это реально они. Чё там лутать-то есть хоть что с них? Они жетон собрали. Угу. Гранта не берется. ППШ? Понял. Здрасте.
Ух ты, ёшкин кот. Ключик меченый, чат. Наверное, сильно на выход торопился. Бляха, БТР едет. Хана нам, чат. Ложись. Блядь. Нахер ты сюда едешь, дурачок, блядь. Фишка в том, что я убил челобота, поэтому бэттер по мне стреляет. Как будто я что-то плохое сделал. Как будто челобот не убил бы меня, если бы я не убил его. В чем логика? Я не знаю. Ну что, где-то лям 800. Короче, где-то 2 ляма, мне кажется, с этого рейда. Сейчас посмотрим. Новая механика гениальная. Да, да. 69 попаданий. 450 за дефона броней. Ё-моё. Так, короче, у меня 40 лямов, грубо говоря. Начинаем продавать. Два семьсот. Так, а батарейка что нынче стоит? Еще 150 тысяч. Так. Ну, грубо говоря, я скинул свою каску броню. Я на этом сэкономил. Я вынес 20 АПшек 3.38 калибра. То есть в чистом виде. Ну, если так можно сказать. 2 ляма 800. Короче, около 3 лямов этот рейд вышел. Нормально?